Сегодня завершила свою работу вторая смена летних пришкольных лагерей. Торжественное закрытие прошло в школе имени Героя России Владимира Шарпатова, где располагается лагерь «Улыбка». Его посещал 81 ребенок. Каждый воспитанник прошел процедуру оздоровления. Кроме того, для детей были организованы различные экскурсии и интересные встречи. О том, как дети с летом прощались, наш следующий сюжет. Это итоговый отчетный концерт воспитанников детского лагеря. В таком составе они вряд ли встретятся вновь, во всяком случае, не этим летом. Потому каждый воспитанник сегодня виновник торжества. Несколько недель пролетели, как один день. Напоследок добрые песни и зажигательные танцы, слова благодарности и улыбки на прощание. Запомнилось больше мероприятиями, что мы много куда выезжали, пожарную часть, мы ездили на оздоровление. Но самое запоминающееся было, это хорошие вожатые, как бы, ну, я много друзей себе нашла. Мне очень запомнились наши соревнования, мне очень запомнилось, когда мы гуляли, там, рисовали на асфальте мелками, когда мы ездили на оздоровление. Мы каждый день, когда хорошая погода, мы играем. Я играю с мальчишками иногда в футбол, иногда играю в собачку. Мне очень нравится в лагере. Я нашел друзей. Очень жалко с ними расставаться. Хотелось, даже мы с ними очень много играем. Ходим на всякие мероприятия. Вместе делаем все в зарядку, всеми отрядами. Все отряды проходили оздоровительные процедуры. Вместе ели и играли, шумели и немного баловались, удивлялись во время многочисленных экскурсий. Им удалось сходить в гости к жителям детской экологической станции, увидеть, как работают бойцы пожарной охраны. Были встречи не только с интересными людьми. Недавно детей посетили кинологи вместе с лабрадором по имени Фортуна. Насыщенная череда мероприятий объединила ребятню. В конце смены они подружились и привязались к своим педагогам. Дети полюбили воспитателей, некоторые не хотят уходить. Даже у нас были дети, которые посещали две смены. И уже говорят, что на следующий год они опять придут к нам. Со слезами на глазах педагоги продолжают церемонию, а позже они напишут в сухих отчетах о достигнутых целях и выполненных задачах, о воспитательной деятельности в лагере и ее результативности. Но главное останется недосказанным. Лагерь – это маленькая жизнь большой многодетной семьи. Владислав Селинов, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс».